тебя, Не, тормози. Иди нахуй. Ты мой Винлайн – это официальный спонсор UFC. Теперь в приложении Винлайн есть бесплатные трансляции, расширенная статистика и множество вариантов для ставок. Убедись в этом сам 10 апреля на UFC 273, где дерется Петр Ян и Хамзат Чимаев. Смотри и ставь на Винлайн. Арая, несмотря на то, что очень неинтересный ты человек и очень некрасивый, у меня все равно для тебя есть хорошее предложение. Небольшой подгончик от меня. Короче, Винлайн, наш официальный спонсор, дает 2000 рублей просто так абсолютно всем пользоваться. Да быть не может. Все, что нужно сделать, просто зарегистрироваться на Винлайне по промокоду HYPE. И сразу же получаешь 2000 рублей на счет, который сразу же можешь поставить и выиграть еще больше. Обалдеть. Надеюсь, ты выиграешь. Перед началом хочу сказать, что у нас проходит розыгрыш 1 миллиона рублей. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке внизу и подписывайтесь. Всем привет, дорогие друзья! Это новая конференция HYPE Fighting. И мне сегодня поможет мой соведущий, который умолял на коленях меня, чтобы я его взял, Арай Чебанян. Аплодисменты, спасибо, друзья. Бурная овация. Ну что, у нас сегодня удивительного. Жаркая тема. Мурат и Швед. Второе противостояние. В первом противостоянии у нас выиграл Мурат. Итак, победу в этом красочном бою единогласным решением судей одержал Мурат! Долгожданный реванш. Лично я его очень сильно ждал, поэтому но давайте обратите внимание, немножко обсудим. Реванш будет на руках, и многие люди, по крайней мере, вот с которыми я общаюсь, да и вообще, считают, что в реванше, учитывая, что бой пройдет на руках, у Игоря Шведа намного больше шансов. Вот что ты думаешь по поводу этого? Слушай, ну, давайте будем откровенны. Первый бой я смотрел, и Мурат выиграл за счет борьбы. То есть, если как бы в реванше мы борьбу убираем, то шансы становится у нас получается, да, у нас шансы более-менее равны. Я как бы все равно фаворитом ставлю Мурада, он физически как бы выглядит крепче. Но Швед доказал в бою с этим маленьким парнем Метро Люблино то, что на руках он драться умеет. Напоминаю, бой будет 10 апреля в прямом эфире. То есть вы сможете смотреть в прямом эфире, и потом сразу же выпуск будет выложен на YouTube. Поэтому обязательно не пропустите. 17:00, 10 апреля. Мурат, ты что думаешь, вот то, что бой пройдет на руках, вообще как-то это, ну, хуже ли для тебя это, чем вот по ММА? Ну, в первом бою ты, получается, выиграл борьбой. Вот тебя не смущает то, что... А почему борьбой? Ну, ты борьбой, вот ты его хватал, швырял его, прогибы. Все же, конечно, это дерутся, и борьба бывает, и руки бывают, и ноги бывают. Почему именно борьба? Да борьба — это валяться там, обниматься, если драться, то и так руках... не говори, борьба — это борцы, кажется, из-за этого ну, должен... Ну, это просто это... валяться, валяться, обниматься, бывает. Надо на руках да? драться. Я тебе твой шерстяной пояс заново еще раз, второй раз подарю. Вот твой шерстяной пояс! Вот я тебя Тут таксист сидит! Вадим, не нервничай! Вадим, красавчик. Вадик, не нервничай, вы потом между собой поделите шерстяной пояс. Рубанетесь за шерстяной пояс между собой. Иди-то постриги сперва. Мне по кайфу, я из этих волос тебе пояс шерстяной связал. Будешь с ним справляться как-нибудь, с Вадимом там разбираться, не знаю. Ты же сказал, больше драться не будешь. Походу, у тебя все на мифедрон, все бабки спустил, да? Уже с бичами смотрю, там с алкоголиками дерешься. Олег Монгол, следующий кто, Иришка Чики-Пики будет, или там, не знаю, бык этот, егошний друг. Там конкретно 200 тысяч получил, думал, все, карьеру закончить можно, на всю жизнь бабок, что ли, хватит. Вот видишь, закончились. Швед, почему ты считаешь, что у него шерстяной пояс? То есть ты считаешь, что первый не, бой... Не, ну он сказал, я всю карьеру закончил. А то, что много болтает, просто решил с ним подраться. А так бои, выступать такого у меня нету. Это первый, последний бой просто, вот и все.
там пачку пятитысячных увидел за 10 тысяч, там кос спас всю жизнь. Ты тут пачку увидел, родился, пачку увидел пятитысячных, подумал, что все, короче, будет непобедимый, там всю жизнь будет тратить, три бизнеса откроет. Просто забыл, что здесь в Москве 200 тысяч это ни о чем. Да? Уже после этого там с бича ветерся, там обнимался. Слушай, внимательно говори. Задушил там бича этого. Тебе вообще как самому-то выйти было? Ты тебя лично задушу я не сейчас чесался, руками, прямо там на после стойке, него бля. Ничего не заразился. Да, прямо на стойке я тебе задушу сейчас руками. Швед, да, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь? С тобой говорить не хочу я вообще. Бля. Ну просто ты всю кабину расшибу здесь. Ну, даже думать вот, нечего. Я вот видел, бою, как он грушу. Я вот так он грушу бил, типа, я этими ударами обоих завалю. Вообще смешно даже. Лучше б не позорился. Я ему сразу написал, удалите сторис, что дурак, блядь. Вся Россия там ха-ха смеется. Слушай, Игорь, ну вот в бою же пару ударов рукой ты все равно пропустил? По сути, сильный говорит, удар да. Мурада или нет? Да нет, когда вставал, не видел, вот, не видел, он там снизу бил. Из-под тишка нельзя, наверное, так сказать, да, что это бой был, но... Слушай, ну стойки, вот так как ты себе думаешь против Мурада в стойке? Вообще он никакущий в стойке, я думаю, он просто сам не понимает, куда он ввязался. То есть ты уверен, что ты его перебьешь? Я 100%. Ему просто как у панды сделаю два вот короче, таких глаза. Короче, шерстяный поезд забрал, ты при этом я тебе шерстяный носки дал. Просто тебе в натуре клубок а сейчас шерстяный трусы тебе на стойке свитер прямо на голову я одену. Ты знаешь, ты, да? Могу не буду говорить. В свитере не замерз, я тебе свитер могу принесу. Могу говорить не буду. Можешь Игорь, я тебя одену. В первом бою, да, у тебя была прямо такая ненависть, да, можно сказать, Мураду. Сразу. Вот эта ненависть после боя мне показалось, что чуть подутихла. Она вот сейчас она есть или нет? У меня не то, что, ну, не то, что ненависть, ненависть, а агрессия. Вот так да, а ты что, по нему не видишь, что ли? Она сейчас есть агрессия. Конечно, я бы ему сейчас тащил бы вообще без базара. Вон, давайте ринг поставим, здесь сейчас рубанемся. Что нам завтра ждать, перчатки оденем там или когда 10-го? Оденем сейчас здесь, рубанемся. Ты тогда тоже так я говорил. Тогда так, так говорил, говоришь, ты за троих. Ты сам себе, блядь, так говоришь, блядь. Месяц там кололся, как конный. Почему все ты тащат тебя за голову, берут, ты тащат тебя. И при этом ты еще разговариваешь, жесть, ты на туре, да, вы хоть, ты хоть кончите, слово понимаешь, что, блядь, тебя слушать надо противно, я тебе приду, слово не говори здесь, я просто молчу на тебя, смотрю, пока что не был, пока что просто болтаешь, ты, это ничего страшного. А шо, если что лишнее, шо? Какое слово, если что шерстяной пояс для тебя, это не лишнее слово, что говорю. Ты в натуре победитель шерстяного пояса, это для тебя нормально? Ну, тогда я его забрал лишнее, с собой. Говорит, не говори. Нет, зачем тогда с собой забрал? Ты сам принес, сам же забрал же его. Мурад, а ты вот видел бой Игоря с Метро Люблино? Вообще это... не смотрю. Нет? Честно но не смотрю. Но это боец-профессионал, и честно сказать, учитывая, что он профи... Как не пару... видел, он комментировал мой бой, что а, кстати, значит да. Не видел. Как зовут этого пацана? Его зовут Саид Люблино. А, Саид Люблино. За него ты болеешь? Да, за Саида болею. Комментировал, я туда так посмотрел и все. Я, да, комментировал. Я там сидел, просто так смотрел. Ну я 100% знал, что он его не оставил. Я сам себя. Но знаешь, да. Я сейчас скажу, Мурад, что его только к вечеру в себя приходит. Мурад, смотри, а? Честно по сказать. По 5 дней не спит ты. Честно сказать, вы... Игорь. Мурад, а. Честно сказать, Игорь несколько раз по нему попал, даже учитывая, что он профик, все равно несколько раз попал и достаточно неплохо. Да, он тоже попадает, я ничего не говорю. Причем я смотрел, они еще сделали реванш именно по боксу, и он себя хорошо у показал. У Тарасова на канале, да. Я смотрел, да. Да, я смотрел этот бой, мне стало интересно, потому что Люблино также его выиграл с помощью борьбы. Потом они побоксировали, Швед как бы проиграл, но показался достойно. Мне кажется, Мурат, ты вообще не тренируешься. Не, тренируюсь, я честно сказал. Пару дней походил. Качалку? Да, так, чисто, в бассейне туда-сюда. Физическая туда. Нагрузка и все, да, без да, боев. Да. Честно сказать, сейчас говорю, я не боксер, никогда не боксировал, короче. Но нету страха но выходить против абсолютно, такого абсолютно, не то, что конечно, на него, у него у страх, ты посмотри страх на него, у меня боится, есть, сидит, на него у него лицо покрасило. Не воспринимаешь его? Да. Почему не воспринимаешь? Потому что, да, ты не рассказывай сказки, страха нету. Он так ведет себя, что я ему написал, есть у тебя вопросы, приедь, мой адрес такой-то. Мой адрес такой-то, клянусь, могу смс-ки показать, если у тебя есть вопросы. Вопрос ему адрес такой-то, приедь, я ему в 3 часа дня написал. Это когда, недавно это, было? Ну да, недавно, он прочитал, я не буду там наши разговоры рассказывать, ну написал, хочешь что-то почему сказать, почему ты подъедь? Не будешь говорить? В 3 часа дня он прочитал. Были?
и ждал, пока я усну там до двух ночи, и в два ночи написал, говори адрес, я подъеду, когда уже не мигало, что я там в Инстаграме, это зеленый. Смотри, знаешь, говори адрес, я приеду, я утром пишу. Просто двух словах скажу, вот это не хочу даже, короче, сейчас не спорить, ты говоришь, с пацаном едем, короче, этот кафе ехали, короче, я же в Инстаграме вообще не сижу, мои пацаны сидят, короче. И нет, они меня научили, сейчас последний месяц, честно сказал, вот захожу, что-то знаю, выхожу, короче. Да я не и смотрю, короче, твои пацаны мне знаешь, так ответили. Почему я ему написал? Они, короче, мне видео отправили, что он там туда-сюда у меня валялся на полу, короче, там туда-сюда, как пускай со мной боксируется, не боксируется. И с этого это все нашел, короче. Я думал, что, бля, боксируюсь, да, побоксируюсь и деньги тоже заберу. Как есть, говорит, что говорит, да. И, короче, туда-сюда, и что-то там нагрубил, короче, там, я говорю, ты где, говорю? Да там, ты я, нагрубил. Одним словом я его назвал, я говорю, скинь сюда адрес, говорю, прямо сейчас я иду, короче. Клянусь, адрес тоже не пришел, взял на видео, звоню, видео тоже не поднял. Как ну, я, короче, увидел, прошу, сразу да, позвонил, если... короче, и все, потерялся он. И потом пацаны тоже мне говорят, я оставь его, приедь, но... извиняюсь, короче, зачем он тебе нужен, оставь его, короче, пыль, туда-сюда. 10. И он ну, где, смотри, в час ночи пишет. Я не поехал туда. Он могу в три дня это прочитал сразу же, и в час ночи пишет. Ну, такое даже не вариант показывать, на самом смотри деле. Смотри сюда. Вот, очень жестко. Ты слышишь, да, меня? Я тебе и тогда сказал, и сейчас говорю, пусть будь, да, хотя бы чуть-чуть мужчина, да. А чё, в деньги, что это ерунда, жесть, вот это вести себя, за деньги так вести себя. Как я мешки себя веду, людям же, открываю мешки глаза, что ты просто мефедроновая голова, что ты даже не понимаешь, вот что ты говоришь, слова эти, шерсть, не шерсть, вообще, у тебя просто как уровень, из мусорки да. Изо рта летит, а ты даже значение. Что ты мефедроновая? Он челюсть натирает, он два раза в три года. По кайфу отдыхает. Самый лучший клиент Костомлога Полгана. Ты, блядь, слышь, жизни, ты лучше скажи, ты же карьеру завязал. Че, бабки кончились, вот пришел, опять ты развязал. Ты же мне там провоцируешь, давай, короче, давай по буксу, давай по буксу, давай по буксу. Вот решил, что по буксу. Бича да. Зачем бил? А? Алкоголика бил. Ты еще раз за него говоришь, что ли? Зачем? Я бича его называю, просто скажи. Мне... Зачем тебе вообще... Для меня он просто алкоголик. И зачем его вообще бичом называют? Он для меня бич, он, алкоголик. Он, я видел, как он бутылки тебя, он собирал. Меня, послушай, он в своей хозяйстве бутылки тебя, забирал. На свалке мужик, с бичами жил. Его отмыли, побрили, и что, он порядочным стал, что ли? Человек забродил, заблатовал. Да он, я потому что по факту говорю свои вещи. Конец будет такой жесткий, так жестко упал. Он жил на свалке. Его ты... отмыли, и ты с ним там обнимаешься, его, а что, блядь, нельзя с ним обниматься, что ли? Выход на бой, а что, алкаш, ты что, чё, бля, ты что хочешь Швед. По жизни делать? Алкаш, его личное дело, он бухает. То есть ты считаешь за шкварным раз за Смонголом? Хочу тебе гордо набить, бля, в двух местах. Может, с помытым бы, не, таким, ну просто я бы перед этим не говорил, что я завязываю карьеру, а потом еще и с Монголом выйти. Ладно бы он там вышел с... Когда мне спросили, деньги зарабатывать, я сказал просто, я не хочу драться, короче, я драться тоже не хотел, из-за тебя я вышел, подрался, да, это монгол тоже до тебя было, короче, да, я его знать не знал, опять-таки повторяюсь, я пришел туда, мне дали соперника, я с ним не хотел, и как обещал тоже, я его руку не поднял, уже у меня выбора не было, вышел, аккуратно зашел оттуда, короче, да, во-первых, во-вторых, то, что ты говоришь, завязал, не завязал, так короче, ты же я мне говоришь, послушай деньги сюда, шел, я сказал, типа, не дерусь, не хочу подраться, сам зашел ты опять мне спровоцировал, продался. Да, и деньги хочу, и тебе хочу размазать. А что ты хочешь? Ты мне говоришь, что деньги, что я зашел, если что, я сказал, не буду, что, бля, я не могу свое мнение поменять, что ли. Мурат, что ты больше ты хочешь, деньги или размазать? Что хочешь больше, деньги или его размазать? Его хочу размазать. Бля. Больше? Да, давай больше. Тогда гонорар а пол раза. Эти деньги тоже, брат, я себе в карман их не поставил, как прежде, короче, да, они пойдут там, там. По барыгам разлетятся на гидру, на сайт сразу там, в биткоинах полетит там монета. Да, вот так дело тоже человек должен быть. Каждый раз Швед тебе намекает на то, что ты там как будто алкоголик, что-то там употребляешь, там незаконное, вот... С чем это связано? Он всегда, вот первое видео, которое когда вышел, короче, да? Ну, с этого пошло, с этого он постоянно мне говорит, пусть говорит, да, бро. Пусть говорят, Андрей Малахов слышал это, смотришь передачу, то же самое, да. А что, не кайф да. Тебе, скажи, как есть, оба употребляют. За образ говорю, жизни да. Спроса нет. Я же говорю, а вот кайф, твой кайф, есть, кайф, занюхал, а ты постоянно, кто карьеру завязал, это то это не употребляет, думаешь, что то вообще там брат, монахи это не, секрет, не подамся, ты не употребляешь, ебать. Ты в натуре голова, ебать, деревянная. Честно, не делаю. Короче. Мурат, а как ты думаешь, вот Игорь, там, меф, не меф, двигается по этой теме? Блин, я не знаю, чем он занимается, я не могу за него ничего сказать. Я любой тест могу поставить. Так же и за
Что я делаю, зато я не отрицаю. Про кайфы это понятно. Давайте так. Вот какой вариант будет боя развития? Расскажи, пожалуйста. Он потому вот что кто-то кайфует, да интересно, расскажу, честно. Как будет. Каждый кайфует, да ты видно кайфуешь, как будет, он кайфует. Потом пусть давай, он расскажет. Давай. Вот как он грушу вот эту бил, вот так вот. Где он бил? Он просто выйдет, ну в зале там своем, он вот так а вот, ты как видел, бабка, там, бил пузом, терся об грушу. А ты представь, это я удар на башке просто тебе. Два раза вжбал, щелкну и все. Ты так вот говорил, и весь бой. Чем дольше говоришь, собираться бля? Будем, короче, чем ты говоришь это, чем бой длится будет, мы дольше собираться будем возле этого ринга. Не буду грубить, да. Бой очень короткий будет. Уровень, с тобой грубить, я тебе пообещал два глаза, как у панды. Вот утром сторис выстави после нашего боя, будешь в натуре, Китай тебя защищать начнет. Мурат, ты как думаешь, бой досрочный или до конца будет все-таки пройдет? Я не знаю, как Всевышний даст. Вообще правила, давайте, если вы не знаете, да, не в курсе, три раунда по две минуты. Честно, я не знаю, какие там правила. Три раунда по две минуты, бокс, перчатка, ММА. Перчатки или, короче, ММА, короче, вот, ММА. Открытые, да? Да. Мурат, ай. У тебя, я знаю, то, что проблемы с челюстью, не боишься за нее? Все-таки у шведов боялся, пушечные удары. Боялся бы, я не решил, не боюсь, конечно. Че, у него челюсть, пушечные все. Удары, у, не боишься? У всех есть травмы, у всех есть все, короче, да, у меня в трех местах сломаны. Я да, просто да. даже не знаю, что говорить, хочу уже поскорее в этот ринг. Вот тогда ну, мне понравилось, посидели, поговорили, пошли в ринг, залезли. Вот я бы просто сейчас ему всю кабину бы отбил. Просто не хочу его ударить, тем более он говорит, челюсть там в трех местах, что-то, потом, блядь, сам себя гонорара решать не хочу. Я знаю, что говорю, я разговариваю тоже, если ты не мог бы, ты давным-давно. Ну, где-нибудь тебе потеряли бы. А сам что, просто... себя гонорара да. не вот, хочу чуть-чуть лишать, я тебе просто тебе жизнь, бы давно бля. Уже отцовская чипалаха дал. Ладно, бля, швед, да сейчас ты уже себя ведешь, я валяешься. Ты уже здесь сидишь. А ну поясни там, это алкоголиком валяешься, подожди. Ну вот с этим алкоголиком, Олег Монголом, валялся ты. Где валялся? А вот там валялся, бля, где, где ты? Ты там, знаешь, где? Где ты валялся? Вон там где? Скоро за 50 тысяч с Берковой там, будешь валяться. Скажи, вот этот эпик файтинг, черт, где бля, весь слышишь? Брод собрали алкоголиков, бичей. И вот ты там валялся. Че ты там не валялся? Лучше что ты с делал? Валяться, еще с ними валяться, со всеми там кентовал. Они там на стримах я видео говорю, снимают, как друг друга мочой обливают. Шляпой по лбу дают, а ты там с ними всеми, брат Мурат. На эпик файтинге. Нормально, за жизни спроса нет. Просто не дай бог заедешь нибудь, ты там за эту Елену Беркову не разберешься и за монгола. Вопросов будет столько к тебе, что сам знаешь. Ты в натуре эпик файтинг, это ты, в честь тебя, походу, и назвали это шоу. Ты и есть эпик файтинг. Е-эй, ты стерва. Ладно, Швед, ты скажи, хороший трэш-токер, там, на язык подвешен. Вот честно, хоть готовишься к бою? Ну, так, ну, хожу смысл в зал, да, хожу в зал и готовлюсь. Ну, не скажу, что там как профессиональный, не как Мариф Пираев, там, в Таиланд не летаю. Не как Альфреда. Пока Альфреда бабок мало дает, в Таиланд не летаю, но скоро, может, всех ронять начну. Так, одного ну, другим. Два раза в неделю одного ходишь, другим, зал? Три даже. Даже три раза, обалдеть. Вот потренирую сейчас на нем, еще на другом. Слушай, ну, а ты зарабатываешь, уже ты вообще зарабатываешь? Да, я нормально? Зарабатываю. Нормально, хорошо. Игорь, смотри, а вот, ну что тебе в Мураде не нравится больше всего? Ну что бы ты прям выделил? Вот из-за чего ты прям вот хочется побить? Часто. Вот это не нравится. Чисто не соответствует своим словам, там, вот эти моменты. Ну кейс какая-то конкретика. С карьерами, там, с вот этими моментами, что говорит, не соответствует. Сказал там таксисту... Буду отдам 400 рублей, даже после того, как это видео всплыло на миллионную аудиторию, даже после этого не подошел, не сказал, на, в натуре 400 рублей, чтобы просто в голове сейчас это не подожди, гонять. Сейчас просто, чтобы в голове люди, это люди не поняли, гонять. Люди да поняли, тебе в прошлый раз таксист объясню. Этот вопрос подожди, задал. Подожди, подожди, я это слово сказал, базара нет, я это сказал. Я это сказал, я говорю, доехали до дома, вот это слово тоже назвал, я отдам. Он не поехал. Во-первых, это вина, его вина, не поехал. А если поехал бы, я ему отдал бы. Во-вторых, да нормальный человек. Смотри, никогда я не тебя скажу, сейчас... этим я тебя предупредил, вообще, я тебе говорю, не говори такие вещи. Говори, по сути, как-то что-то. По сути, вот тебе вот сказал, слова, по сути, тебе серьезно говорю. По сути, сказал, 400 рублей не дал. По кайфу не дал бы. По кайфу кайфуй. Вот кайфуй же. Кайфуй дальше. Ты вылупился, что ты так смотришь? Что ты не смотри на меня? Просто тебе посмотри. Бойся. Тормози, да ну, таксисты, не таксисты. Ты сам как
Через 2-3 месяца дальше пойдешь. Тебе вообще по 400, да? Обязан ты мне, обязан, давай говори, ты что обязан? Ты мне по жизни обязан, тебя видишь, в свет вывезли. Вон софиты на тебя светят. Обязан. Так бы сидел там в натуре в подвале дальше, никто бы тебя не знал. Сидел бы, кукурузу, если б не я в натуре. Понял, таксист бы тебя только знал. И тебе как я сидел, тебе даже не приснится это во сне даже. Знаю, чёрт. Где был и где не был. Я знаю прекрасно. Бля. Ростовские путешествия. Ростовские? Но? Любого соедини прямо сейчас со мной. Любого. Соедини, потому что если ты... Хоть одного соедини, как я плохо сидел или как что было. Соедини, как мужчина. А если не ответишь, тебе... Извините, конечно, за выражение. Это что ты ставил? Это вот почти человек, кто за него говорит, но... говорит, у меня желания нету что-то на громкой связи говорить. Кто он начнет газовать или что-то. Слышь, он сказал, приведите меня на это шоу. Он сказал, приведите меня на это шоу. Я его там встречал с лагеря, у кого он денег занял, соскочил. Что ты говоришь вообще? Что ты занял денег у человека, кто что тебя ты говоришь встретил? Вообще? Сейчас, подожди, а? Желания нет, я ему что сказал. А что там может быть вообще? Я не блогер, не боец. Я для себя вывод сделал, кто он есть и все. Я для себя вывод он там сделал, просто говорит, кто я, он есть. Я, там, я для знаешь, себя вывод сделал, знаешь, кто он есть. Скажешь? А что он имеет в виду? Смотри сюда. Что он шваркнул смотри. На бабки, они его с лагеря встретили, он денег занял. Скажи, как было и все. Сауру или где-нибудь что-то такое, знаешь? Ростовский тогда он говорил, потом были на этой конференции он говорил, короче. Короче, когда я вышел, короче, мне там этот, короче, за городом смотрел, он меня встретил, все, короче, отдохнули, это все, вот все. Он мне познакомился с этим человеком, короче. Ну, я не хочу за него плохое говорить, ничего, нормально, короче, туда столько, ну, уехал, все. И приехал я в Москву, короче, домой поехал, где-то месяц, наверное, два прошло в Москву, короче, так было изредка, короче, общались по одноклассникам туда-сюда. И на тот момент, короче, ну, близкие такие были, не скажу, такие близкие, но такие отношения были. Я ему попросил 1000 рублей закинуть, говорю, короче, если ну, нужно было, короче, то, как обычно, у меня просто, я закидываю, пацаны, я просто вот так, короче, закинул эти 1000 рублей, короче, проходит, я даже забыл за эти 1000 рублей, ну, были вместе сидели, отдыхали, мы его позвали за столом, короче, мага, мы все, короче, да, с нами катался, короче, все, как рано кушал, все такое, короче, да, и месяц-два месяца, и вот так, я даже забыл за это, короче, ну, 1000 рублей, короче, ему вернуть даже у меня в голове не было, да, такие отношения, короче, и проходит где-то 2-3 месяца, короче, и мой брат ко мне звонит, такого знаешь, говорит, ты там, этот, короче, типа, говорит, 10 тысяч занял, короче, там туда-сюда, короче, пропал. Ты у него занял? Да, я занял, а я взял 1000 рублей, брат, клянусь Аллахом, он там, и месяц, да, я не вру, короче, 1000 рублей, короче, да, ну, какие 10 тысяч, я даже не понял, о ком он говорит, что говорит, на я говорю, а просто номер отправляет. Живет. Долго не думаю, по видео звоню, он поднимает, я вижу его, короче. Я говорю, эй, Арслан, салам алейкум. Ты что, какие годы 10 тысяч я у тебя взял? Ты там потерялся, там туда, за 1000 рублей. Арслан, это который по телефону. Да, вот это да. Кто сейчас на связи. За 1000 рублей, короче, я говорю, ты за 1000 рублей, короче, вот так как он начал, я говорю, эй, с тобой понятно, отправил твой 1000 рублей тоже, я говорю, пошел. Просто я не люблю такого места, за столом сидим, отдыхаем. Он сказал, отдыхаем, говорит, брат, он мне брат, позвонил брат. Спустя ну, полгода к чему и говорю, сказал, дай карту, пацан, я тебе 5000 рублей, что я завтра говорит, дай ему 1000 рублей. Я просто даже пожалел, что я за стол даже пустил, короче. И я не отдал эти 1000 рублей, брат. Игорь, отвечай, не отдал бы. Было все и вот по-другому. Все было по-другому, как вам Ростовский, не Ростовский. Он Ростовский, как мы встретили, я тебе говорю, что тебе зачем ты перебиваешь-то сейчас? Вообще не приснится. Он по-другому тебе хоть кто сидел, скажи там мне, как ты вообще жил-то? Вот так же ты там жил, это 100%, бля. 100% уверен, что ты там шмарили даже. Я вообще там вот так жил, а я у Махачкала, да? В натуре, вот так за там Махачкала жил. Вообще, забыл, Махачкал вообще забыл, Махачкал, ты привет, Москвы, да это знать дурак, не надо. Махачка, по крайней мере, на 1000 точно никого и вот не это он говорит, ничего. Я не хотел, за мной такого не водится, да? Что я там просто этого хотел, на 1000 шваркнул. У этого пятихатку занял. Так я, лучше голода, я лучше с голода умру, чем позвонить Альфреду или кому-то сказать, дайте мне 1000 там уехать. А или у тебя смелость, если хоть позвонить. Мне просто это... Потому что тебе не пойду краду или что-то сделаю. Конечно, лучше бабу уж ходить там, короче, в альфонизе, да? Кидят за квартиры. Я сейчас начну да за тебя говорить. Ты просто обосрался нахуй здесь, бля. Буду кидать просто я говорю, ты не достоин тебя, того, бля, что тебя ты говоришь. Тебя бы квартира говори, была, тебя бы кинул, я бы припарковал бы документы. Отвечай, на что он обосрался просто, бля. Только вот подписывай. Начнешь с чего? Да,
вообще забуду его, блядь. Ну, скажи хотя бы один факт какой-нибудь. Просто не хочу, он не даст то, что я начинал забыть. Ролики насмотрелся, что я там нахал. Я же сколько всех... Его, как, я же кинул всех на карты. Сколько его, блядь, за деньги больше? Сколько за телки его чморят, как его... Просто пару раз посмотрел, мне даже противно было смотреть, короче. Даже просто даже не хочу сейчас подраться. Что он кидает или что? Да, что я кидаю, что он кидает или что? Да он конченый черт, просто его надо побить, блядь. Поэтому, слышит, поэтому раз ты, еще раз хочу тебе побить. Ты это черт, закатай да, вату. Нашел, что так слышь, нельзя, он блядь. Даже не дослушал, видишь, как он не... Слушать, что заговорили, он даже меня что не... слушать, да? Он вам рассказал, как он слушать, тысячу что занял. Я-то могу приколоть, как было. Я тебе еще раз говорю, я он вышел несколько дней. Я же ничего не соврал. Пересвечу такой месяц, я сижу. Я скажу, как а вот со слов пацанов, я ничего не вру. Я ничего не вру. Со слов пацанов говорю. Не со своих, а вот со славных. А тебе не кажется, они сидели, он был нормальным пацаном, ну просто среди мужиков сидел, не там не в шерстяной массе, не где-то среди он сидел. У него был товарищ, который позвонил этому Аслану и сказал, у меня выйдет друг, встретьте его, как полагается. Все, тот сказал, базара нет. Не он же был, другой да, человек. Другой человек. У меня есть фотографии я. Того, с такой же прической, как у меня, темный такой, здоровый. Мама, да. Есть у меня он все эти фотки. Подожди, ты меня дослушай. И он тебе расскажет, что как было. Он тебе расскажет. И ты будешь Саша, что твои друзья мне прикалывают, мне зачем твой ваха-баха. Давай, Игорь, все, короче, его встречают пацаны. Два-три дня кайфуют там, отдыхают. Он там говорит мне покурить что-нибудь, ему там стакан шмай. Ну что хуй, как полагается, у нас как бы... Человек говорит, освободился, чё, его встретили, шмали, все дали. Человек. Берут ему билет домой в Дагестан, там то все, он 2-3 дня с ними потусил, ему купили билет, что дали купили? Телефон, там не телефон, симка. Что первый было, шаг? Сам а что ты тысячу занял? Сам расходовал. За тысячу я тебе говорю, что во втором лежал. Тысячу занял, чтобы во втором лежал. Два месяца спустя было за тысячу. Короче, купили ему билет, купили ему телефон с фонариком. Тысячу рублей. Билет домой, чтоб родители повидал. Тысячу рублей, чтобы удержать дорогу. Дней пять прошло, говорит, за ебек туда-сюда. Он говорит, я ему занял. Даже не занял, говорит, дал, просто дал, не занял. Чё, он говорит, по 10 тысяч долларов. Пару монет. И просто он я там... Ты сам так считаешь, значит, послушай, этого, он а? Соскакивает со связи как после этого. Как ты, чёрт, он после надо, этого. Он даже говорит, не даёшь, блядь. Короче, он после этого соскакивает, я не пойму, трубку честно, гасится. Он, короче, трубку отключает, гасится. Потом становится известным, этот Аслан его где-то увидел, звонит не ему, менеджеру, там, типа, как связаться, я Аслан, то есть все. Начинает с ним разговаривать, у них непонятки в разговоре. Этот говорит, скинь карту, я тебе, типа, закину, там, сколько должен, да, тысячу или две. Закину, он правильно. Ему говорит, ты че, гонишь? Я на последнем X5 езжу в трехэтажном доме, ой, живу, в деньгах там. Суть не в деньгах в этой тысяче, ты что ты в натуре себя так повел, где-то косился там из-за этой тысячи, пока вот так не такси, пока в такси не всплыл. Слушай, если не суд не в деньгах, зачем завтра с нами сидел, отдыхал за 1000 рублей, он давай мы втроем сидим, отдыхаем, да, он взял 1000 рублей, и он ко мне позвонил за 1000 рублей, что ты его шлак, ну после этой тысячи, он хотел, может, с тобой дальше, а ты косился там, блядь, не здрасте, не до свидания, чисто, все, нет, тысяча. Вас там не убрать, тысяча блядь. Была, я не буду сумму уточнять, но, я не Игорь, знаю. Игорь, на самом деле, если чувак, ну, реально даже не то, что эксперт, просто какая-то двух машина слова, есть. Да, ему, двух слова. Да, если машина есть какая-то даже, ну, хотя бы, ему за, хотя бы за лям рублей. Деньги не, было. А за что? Обычно людям, ну, на 1000 рублей они вообще да ну, забивают. Да ему так же и забил, он сказал, я не я хочу там какие-то ваши шоу или что-то, я бы все вот так увидел где-то. Он про другое. Смотри, мы сидим, отдыхаем, да, например, вас попросят 1000 рублей, я дам, я потом просить не буду.
Ну, то есть, типа, если, тем да более... Да кого парень... он не или просил бы, если бы просто... До этого люди каждый день... Вот я с тобой каждый день созваниваюсь, пишу: Альфредо, как дела там, что кого, что сегодня делаем, что завтра. А потом тебе говорю: братуха, что, дай 1000, ты мне 1000 кидаешь, и все, утром мне, как дела там, все, я уже там не отвечаю, через 3 дня вообще уже абонент, не абонент, и как будто никогда не общались. До этого там все, ай-у, каждый день на связи, 1000 взял, исчез. Ты бы подумал, я в натуре год, меня, хорошо, и что с тысячей продавал бы, и так где-то оставил бывало, как не то, что он. Я бы любого человека, который ушли на мир. Ты за всех все говоришь, но никому ни одного мы не видели. Да, не то, что таксисту бы, одному таксисту бы вообще пятак дал, по итогу этому даже 400 рублей так и не отдал. Тебя тоже я сейчас скину, подожди. Это дурачку. Жаль, у тебя хаты нет, я бы тебя донат тоже на хату швакнул, чтоб в интернете писали: кинул Мурада на хату и еще там кого-то 5, что умер. Мурада, там брат, кинул, у вас уха не хватит, любого. Да вы кинуть, на что твои штаны, в которых в 15 роликах ты снялся, на что тебя кинуть? Они мои самые любимые штаны. Люби их, их до конца своих вот дней. Вот такой, который из вещей, который ты сильно любишь. А таких штанов у меня их нет. У меня были любимые шерстяные носки, тебе подарил. Хочу избить его конкретно, вот и все. Давай, шерстюган, у тебя это вряд ли получится. Ты что, меня... что ли? Ты у был, меня вот тебе подгончик есть, носочки шерстяные. Дай мне 2 минуты по-братски, короче, сейчас этого, который он говорит, сейчас маме сейчас, короче, по-братски 2 минуты. Я, просто кроме что он говорит, же есть, это все шляп. Я кроме этого чё, Аслана знать чё, скажу, никого смотри, не знаю, ты можешь сейчас ты звонить своим друзьям, одноклассникам, там, кому номер угодно. Номер человека, которого да, такая 1000 рублей. Да, 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 сейчас секунду, брат, секунду, секунду. Я его знать не знаю, кроме ну, этого Аслана никого не знаю. Сейчас ты узнаешь его, за эти слова он тебе б***ь, отдыхай. Башку снесет, ты значит, за себя сам разговаривай. Это, слышишь, помнишь это, короче, Мага Услабинский, короче, вот номер. У тебя же был его. У меня есть на другом телефоне он. Осталось. А помнишь, а ну, посмотри, номер прямо на сейчас убогий Джуашвили, блядь. Отправлю прямо пусть сейчас подъедут сейчас все сюда, пусть тянутся и, че, и жопу ноги его позади. Я-то никому не звоню, я сам за себя разговариваю. Сука, я один приехал, пришел, у меня вон машина припаркована. Мне не надо с собой 15 человек водить, чтобы тебе фары протереть. Я за такими, как ты, смотрел за тысячами, вы ко мне за советом ходили. Много, блядь, я когда в жизни будет звонить, пару советов дам. Может, я еще не встречал. Слушай, Швед, тебя не оскорбляют эти слова? Да он без меня. Мне что, без? Не, я просто может честно тебе скажу, например, да, нет, со стороны слушаю, ну вот типа, вот, если бы мне сказали там, укинулся бы в драку сразу, вот тебя это да не цепляет? Вафил я 10-го ему башку расшибу, сейчас что кидаться, вот эту публику показывать, чтобы нас охрана тут схватила или что-то, зачем мне кидаться на них? Я шепнулся. Я думал, назад упасть хочет сальто сделать или что. Веди себя, веди себя как тряпка. Реально стыдно, блядь, успокойся уже, блядь, ну не веди себя так. Короче, пацаны, кадр, у вас прям какая-то жесткая личная смеялся, неприязнь. Да? Обрадовался, да, ты увидел, Швед, видел. Швед, скажи, да, вот сейчас будет второй бой, после боя по рукам дадите или продолжится вот это у вас, да, личная неприязнь? Да дам я ему по какая-то рукам, что ему не дам, он же не мастевый никакой. И ну давай так, если поздороваться, поздороваться, попрощаться, для меня там какой бы человек ни был, это как-то, ну, мужское, люди пришли, здороваются, там прощаются, какие бы враги ни были, сами там между собой пусть выясняют, а не ну, смотри, на людях. Если выигрываешь бой, трилогия будет, третий бой? По-любому я его выиграю, и по-любому будет третий бой. А, хорошо, по-любому первый бой был МММА, он выиграл. Второй получается руки, по ноги, боксу. Третий бой, руки-ноги. Давайте так, если выигрывает Швед, я делаем третий бой, руки-ноги. Это самое идеальное решение, если он выигрывает. Ты согласен? Давай это проведем, что-нибудь решим, да. Ну ты есть ты... еще готов? На третью трилогию готов? Я везде готов. Просто сперва не надо, короче, пригодить. Вот это решим, а потом дальше пообщаемся. Но ребят, в победе ты уверен на 100%? А? В победе 100% уверен? 100% я не могу быть уверен ни на что. Я уверен на 100%, что ну, потушу его в этот раз точно. Альфредо, ты вот со стороны видел наш бой, как мы валялись, видел в стойке,
там более-менее маленько. Как ты думаешь, кто выиграет? Ты видел, как он у Тамаева там в стойке, да, себя, смотри, показывал? Ты видел, отвечу, как я слюблен? А, если первый раз, когда у вас был бой по ММА, там 95% я давал Мураду, сейчас, наверное, что-то типа 50-50. Объясню, почему. Видел, как ты работаешь в стойке? Ну, понятно, что там не уровень, но шансы как бы есть. Так скажу. Ну, наверное, 60-40 в пользу Мурада, но все равно, как бы, шансы хорошие у тебя все равно. Вот. А, Арай, ты что думаешь? Слушай, давай с тобой сделаем пари. Ты за шведа, я за Мурада. Давай. Да. По 100 тысяч. Я, да, за Мурада, ты на шведа. Да, всю зарплату свою отдашь. Давай. Послушай, да, отправим, короче, честно, на благотворительность, хорошо? Если я туда еще 50 я добавлю. Если я выиграю, 100 тысяч добавишь ты, и эти 100 тысяч еще я добавлю. А он не отдаст жизни, да, какие 100 тысяч, ты что? Дядя миллионеров отправим, да? Ну хорошо, да, я думаю, может быть. Надо езжать тоже, давай, красавчик. Не жми ему руку, вот. Ты что, это сбросай воздух. Тем более, сейчас такой месяц, брат, короче, это очень хороший поступок. Самая грамотная тема — шваркнуть его на гонорар. Почему? И хайпа будет много. Типа, ты таксиста кинул, имеешь право, а мы что, не имеем права? Все, иди. Жалуйся, кому хочешь сказать. Вот хайпа, да, будет, уже. Он там пилогрит будет, человек. Если ему гонорар не дать сказать, все, жалуйся, кому мог хочешь. Мог бы тоже добавить. Мы тебя кинули. Слушай, кинули. Переведем тебе, слушай, сказать, кинули. Через мог неделю. Так... Запиши мог мой номер. Да, я скажу, видишь, он знает, запиши, что я мой хочу номер, сказать. Переведу тебе гонорар. Я мог бы присоединиться к нам сейчас, брат, тоже 50 тысяч о себе добавить. Вы мне его гонорар скиньте, а я ему отдам. Слушай, я тебе сейчас серьезно говорю, покажи себя как... Хотя бы чуть-чуть как бой, вот человек. Да у тебя этого нету, бой. Ты же сидишь, тебе давно сюда. Ты вообще кто? Ты видом, не? Есть кто ты вообще? Транслятор, есть переводчик. Да, вода в кране, видишь, там бурлит. Понятно, да, что здесь говорит? Таксиста кинул, кого кинул, кого? О чем и говорит? Да я тебя кинул. У меня душа, у меня душа своим душой, короче, вообще. За 3 миллиарда, короче, затмил. Светлое в этом мире, а своей так, душой. Так ты чертовище, я буду кидать, еще буду кидать, я не отрицаю. Да, конечно, так будешь кидать, по тебе видно. Короче, вот так вот, короче, как-то двигаемся, да? Эти леща просто шварку отцовского, нахуй, вставайте, я бахну. Да ладно, живи, не держи. Мурат, я понял, смотри сюда, смотри сюда, подержи. Больше такого, короче, мне не говорят, хорошо? Не, тормози, тормози, тихо. Чудо, так ты как не мудрый, самый так шутит, блядь. Ты придержи, я тебе, подожди, я тебе сейчас что сделаю, подожди. Чушка ебаная. Вот это чистая чума. Вот это у Альфика сейчас праздник в голове. Хай-хай будет тебе, блядь, хай-хай. Чисто, когда чисто. Вас надо в пизде, ты Маша, это было, если честно. Давай я за. Если честно, ты жесткая. У него головой ударил из-под тишка. Головой, я тебе кое-что заслуживаю. Чистая. Жесткая, если честно. Я не знаю, будет видно. Головой ударил. Я тебя сюда, подожди. Ты дичь. Блин, подожди, у меня. Блин, честно, я уже жестко, понял, кто, Мурат, честно, кто он такой был, поэтому я ему ударил. Честно, жесткая ситуация, мы с Альфредом жестко не ожидали. Хотя Альфредом чума, в душе рад, что это произошло, сюда, но... Подожди, я, честно, сейчас... Я, брат, 18-й дом, кого? Тебя, черта! Сука, тебе натуре уничтожь, я просто давай, не хочу его трогать. Давай, иди дичь. Того, его трогать. Кого ты можешь тронуть, ах, ты, блядь, дичь? Сука, да ты дичь, шерсть! Ты пес, шерсть. Держи его вот у меня руками. Ебать, шляпа, руками держи, бля, хотя бы ты будешь мой бить. Ты. Ладно, вот, ребят, ты, честно, ты нужно немножечко уже идти к завершению. Все, которые смотрят, тоже, извините, пожалуйста, меня, короче, просто вот сами видите, какое положение, да, выходим от перемога. Просто, не знаю, что сказать даже. Швед каждый раз выводит Мурада на эмоции, честно. Не, просто это было, значит, сейчас вообще... Это было... жестко было. Пожалуйста, простите меня за это мат-перемат, я не хотел просто... Не, просто со стороны именно Игоря было максимально жестко. Тебе, по-моему, этот удар, ну, никак не... Да нормально мне все, я просто уже жду, чтобы возле подъезда поймать и посмотреть, как она будет верещать. Ты один не ходи домой, пощечинами, не пощечинами. Ходи, так, один, задели, домой, так,
Каждый видео, пару видео выйдет, ты выбираешь внизу, блядь. Ты так и будешь, падла. Блядь, короче, не хочу да, это говорить, отвечай, оставь да, вот эту тему, да, блядь. Я надеюсь, 10-го числа. Мурат всегда говорит, как правильно, как есть, он умрет, говорит, да, у всех, блядь. Ты шляпа, что ты говоришь, говори свой рот, дичь. Ну, своим родом, знаешь, что говорит. Просто завали свой рот, дичь. Из-под тишка дура ударила. Вот я его поймаю, этого черта. Я твой, я не хочу, чтобы чисто ударили, одного блядь. Его дождусь. Я таксист, я говорю, ты тысячи рублей даже, братья, ебаная, неохота бля. С ним продолжать разговор. Конечно, это заканчиваю мероприятие. Буду тебя ебать сейчас. Мне нужен стердаун с моим. Пусть делает на коленях стоит. Я тебе шляпу поставлю. Ой, эй, там. Черт, бля, я тебе ударил. Я боюсь тебя здесь просто потерять. Черт, мой ху. Тормозите, тормозите. Я из-под тишка не прыгаю, как ты. Чуть еще подойди, вот чуть-чуть, вот просто чтобы. Да не буду я ничего делать, ему сказал. Руки убрал. Только без ударов. Нет, давайте без ударов сейчас. Я не прыгаю никуда. Можешь прыгнуть. Не, поближе, сюда, сюда, сюда. Наоборот, Игорь, сюда. На, да, да, вот. Примет он тебя. Ну что, друзья, жаркая пресс-конференция у нас подошла к концу. Теперь с нетерпением ждем 10 число, потому что тут не только спортивное противостояние, но еще и личное. Я лично с нетерпением жду его. На самом деле, после вот этих вот стычек, я думал, будет намного спокойнее все сейчас пройдет, потому что эмоции должны были остыть после первого боя, но это просто жесть. Сейчас мне этот бой стал намного интереснее. Я с нетерпением его жду. 10 апреля в 17:00 в прямом эфире на Винлайн. Обязательно смотрим.